Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 22. Максим ушел за грибами утром в 6 часов 40 минут, а вернулся только в 2 часа 15 минут дня. Сколько времени его не было дома? При решении текстовых задач часто приходится переходить от одних единиц измерения времени к другим. Выполняя этот переход, учитываем, что соотношения между единицами времени не являются десятичными. В одном часе 60 минут. Итак, 2 часа 15 минут дня. Это 14 часов, по-другому 15 минут. 14 часов 15 минут мы отнимем 6 часов 40 минут утра. Это время, в которое Максим вышел из дома. И получим 13 часов 75 минут. По-другому, это 6 часов, отнять 6 часов 40 минут. Итого 7 часов 35 минут Максима не было дома. Этот переход мы сделали для того, что от 15 минут мы бы не смогли отнять 40 минут. Поэтому число 14 часов 15 минут, время выхода Максима, когда он вернулся, мы перевели в 13 часов 75 минут. 1 час представили в виде 60 минут и добавили его к минутам. И тогда вычитание у нас произошло легко. Мы от 13 отняли 6, получили 7, а от 75 отняли 40, получили 35. Ответ: 7 часов 35 минут Максима не было дома. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.